Добро пожаловать, это диджей Виджиланд, и мы продолжаем проходить квесты Виджиланд 8 на PlayStation 1. 69 Джефферсон. Бро. Ну что, приступим к выполнению миссии. Защити заправки, окей, бро. Ага, с его-то суперкой. Вот ведь хитрый, ну ладно. Хотя... Мне нравится, что оружие дают. Еще бы суперку сразу дали. Ау. Защити, говорит. Так, у меня в жизни уходят. Бум. Она такая много не уносит урона, но она зато на всех вокруг действует и отталкивает. Главное ее не применять самому на скорости, а то улетишь сам. Чего они, а друг друга что ли врезались? Мортиры. Так куда же она все? На мне подлетел. О, нет, броню, пожалуй, возьму я. Чем бы завалить? Вот иногда бывает, играешь и нет оружия. Валить нечем. Тупо пулеметом застреливать. Вот этим, наверное, добью. Так. Хороший самаритянин. Капец, он любит полаять. Хороший самаритянин. Как-то звучит. Необычно. Необычно. Торгис, а Торгис сломан, и вот ему повезло. Защити амбар. Как его защитю, если из него уже выезжает психанутый пикапер? Уже сшибли у трубы. Пум! И гам подлетел. Жалко, вот единственное, что этой игре не хватает, все время меня обижало, особенно во второй части, это мало количество уровней. Мне все-таки кажется мало. Так во второй части тем более. Ты в нее столько раз играл, и вот прям жалко, вот, жалеешь о том, что мало уровней, а хочется разнообразия уровней. Больше остальное ничего, все офигенно. Даже в второй части автомобилей намного больше разных. А вот уровней мало. Ну это, конечно, мое мнение. Да в этого стреляй. Что там интересно в этом ящичке? Кстати, жизнь я заберу. А, тут газовка не работает, как во второй части. Больше всего я переиграл, наверное, во вторую, получается. Но первый раз играл в первую. Ой. Ну вот. Мне прикал-то его, му.
есть. Бронюшку взяли. Вау, на минах попал. Офигенно было. Я его так оттолкнул. Я даже не знал, что там мины. Он так отлетел. На одну мину попал, на вторую. И расфигачил его. Это было прикольно. Мне понравилось. Кладбище самолетов. Торги очень злой человек, и когда койоты выступили против щити вертолеты, хотя зачем? Хоть не ангары. Да ладно. Взрывай самолет. А ему пофиг. О, там просто могут... Куча оружия может быть. О. Нахмите мины. Вау, влетел. А когда ты сюда заезжаешь... К тебе направляется сразу самолет-бомбардировщик. Сейчас он прилетит и будет меня ракетами, бомбами метать. Бо, он уже летит. Ух ты! Нифига себе эффекты. Ого! Защити вертолета, я тут пуляю своей суперкой вовсю. Мне вертолет надо защитить. Защитять, блин. Защищать. Один мой выстрел, все вертолеты полетели нафиг. А это последний уровень или нет? Я почему-то... По-моему, нет. Эти бомбардировщики, блин. Где они там? Хоть ломать-то. Мудаки, мне их защищать надо, они их ломают. Мне, походу, переигрывать даже надо будет. Такое ощущение. Вау, два сразу. Вау, одновременно. И сейчас... Не пройден уровень. Это будет трагично. Объекты нет. Нифига не прошли. Потому что эти идиоты... Да я нечаянно немножко. Вот, объекты нет. Обидка.
Ой. Все помимо. Ой, как все любят обнимание. Обнимашки. Все ко мне трутся, лезут. Так, от вертолетов прочь. Взломал. Получил. Нефиг на меня это пыриться. Ой. Ой-ой. Фига, меня закрутило, завертело. Чуть маленький все от меня не отстает, джипик. Упрямый. А у него броня толк-то. У него броня. Фига, у меня жизни. Даже не заметил. Ой, немного вперед дал. Воу-воу-воу-воу. Куда я улетел вообще? Опс. Это было рядом. Куда он? Маленький, надоедливый. Мне да не достал. Глен замочен. Чем, ванишем, что ли? О, вертолет хоть целый. Куда у него мортиры? А, у него мортиры летят в вертолеты? Какого хрена? Вообще, я так... Я офигел, как у него вообще цель навелась на них. Офигеть. Нет. Серьезно, нет? Блин, и под конец вертолет. Молодец. Во, объекты, да. Давно бы так. Ишь. Так, все да? Все да. И уже вот. Фу. С третьего раза прошел. Так, торги открывал... Отрывался ночью в Гамблинг-центр. Вау. Нифига себе. Я защищу центр, я просто туда не поеду и все. Опс. Меня нужен? Ну, то есть я нужен. Меня ищешь? Ой.
Надо его добить нафиг, а то он сейчас... Ну вот-вот, я про это и говорил. Жизни берет. Засранец. Вот ведь засранец, а? Не добил, вот не добил немножко. Облом. Так вот эту штуку ломать надо. Фига, закрутился. О, пока он там намагниченный, погнали, погнали. Ха-ха. Поджарил я вас. Ну-ка, уйди отсюда. Ха, поджариваю их. Весело, чё? Отлично. Кто-нибудь еще полезет? Чё тебе надо? Ого, у меня тигриный руль какой-то. Леопардовый. Ладно, никто не хочет больше. Вау. И сам попал. Так, броня. Броня мне нужна. Блин, броню взял. На электростанцию, что ли, съездить? Ни разу не ездил. Ни разу. Ни разу. Ничего не закрытое. А, я суперка где? Облом. Так, один, еще один. Защиту взял или что он взял? Опять защиту, еще один взял. Будем ждать. Воу, жизни не дам. Эй, а что на него не подействовало? Мангей! Ой, сейчас он своей суперкой достанет меня. Достанет суперкой-то. Так, пойдем с самонаводящей возьмем, что ли. Давай, иди сюда, давай. А где он там ездит? Смотри-ка, попал. Надо вот чем-то отшвырнуть, если он ко мне подъедет. Сейчас суперку рубит, как я к нему подъеду. О, я про это и говорю. Чего его не откидывает? Мотай отсюда. Во, улетел. Капец, у меня тут мутузит. Уйди отсюда.
Мне тут полный каюк, а то настанет. Да иди ты на. Вот, а тут жизни полно. В принципе, мне хватит его, чтобы добить, наверное. Диско-дансер, блин. Интересно, если бы он задымился, взял бы жизнь. А, нет, он бы все равно взорвал. Открыто конвой. Мы еще и конвой открыли. Супер. Еще и конвой открыт. Что-то на этого напряжение было. И бабки, и этот связан. Зачем он ему, я не знаю. Что ж, это был DJ Vigilant. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующей серии.